кем еще не виделись. С теми, кто не сме се видели още. Здравейте на всички. Еще раз поздравляю вас с праздником женщины, с праздником матери, с праздником сестры, дочери, внучки. Още веднъж ви поздравявам с Деня на жената, всички наши сестри, майки, дъщери, внучки и даже правнучки, ако има. Да. Тема моей проповеди сегодня – праздновать ли нам, християнам, 8 марта или не праздновать? Темата на моята проповед днес е – християните дали трябва да празнуваме 8 март или не трябва? Ето това днес ще разберем. И я хочу для начала прочитать из Библии. Искам като начало от Библията да прочита. Послание к римлянам. Посланието към римляните. 14 глава. 14 глава. С первого стиха. От първият стих. Да, на проекторе вы можете видеть. Хайде да видим перевод. Сега на екрана българския текст. Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Иное отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя. Это про нас, про верующих, говорится, конечно. И никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Аминь. А може ли на отсрещния мултимедия да имаме пак българския текст? Да. Тук има, да. Не, перевод, да. Все, имаме все го читают. На телевизионните екрани, го имаме за удобство на преводача. И здесь апостол Павел делится мудростью. Ето тук виждаме как апостол Павел споделя своята мъдрост. Ну, это библейская мудрость, конечно. Но това е библейската мъдрост. Кто-то празднует праздники, кто-то не празднует праздники. Някои празнуват, отбелязват празниците, други пък не. В другом послании апостол Павел пишет: «Я для язычников, как язычник». В друго послание пък апостол Павел споделя: «За язычниците аз съм язычник». Для иудеев я как иудей. За иудеите съм иудеен. Ну и так далее. И така нататък. И от кого начался этот праздник вообще 8 марта? Хайде да видим сега откъде започна този праздник 8 март. Это было еще, ну, можно так сказать, в начале прошлого века. Можем да кажем, че в началото на миналия век. И начался этот праздник с Германии. И този праздник тръгна, започна от Германия. От известна нам Клара Цеткин. Известна ли е нашето поколение, специално моето, за Клара Цеткин? И Роза Люксембург. И Роза Люксембург. Известно то, что они были еврейки. Ние знаем за тях, че са били еврейки. А мы уважаем евреев, правда? А ние уважаваме евреите. Говорят, что у них плохо продавались цветы. Говорят, что плохо цветы продавались у них. Я сегодня немножко буду шутить. Да, казват, че лошо се продавали цветята. И им надо отдать должное, что они так раскрутили этот бренд, что сегодня по всему миру празднуют этот праздник. И въпреки всичко, ние трябва да им бъдем благодарни, защото те така завъртяха този праздник, че до днес той съществува и трябва да бъдем благодарни за това. И цветы уходят очень хорошо. И цветята, виждате, вървят много добре, да кажем по-български, като топъл хляб. Я думаю, что нормально, если мы, как христиане, поздравим сегодня женщин этого мира, те, которые верят в Бога, те, которые еще не уверовали. Аз
мисля, че е правилно да поздравим въобще жените, независимо от това дали те вярват в Бога или пък не вярват в Бога. От уважение към самата жена. И вообще изначально этот праздник, он олицетворял с собой эмансипацию, женская эмансипация. И трябва да отбележим, че в началото си въобще старта на този празник е бил еманципацията на жената. Очень много женщин, несколько тысяч вышло на такую большую забастовку. Тогава по това време много многобройни така група от жени са тръгнали на стачка. Отстаивать свои права, права женщин. За да отстояват своите права като жени. Чтобы рабочий день для женщин был сокращен. За да бъде работният ден за жената по-съкратен. Чтобы зарплату подняли. За да се увеличи заплатата им. Интересно, что в 1912 году, по старому календарю, это было 23 февраля. Този праздник е бил на 23 февраля, 23 февраля. Но началото. Старый календарь, 1912 год, 23 февраля. 1912 година. 23 февраля. 23 февраля. Това е по стария календар. По новому календарю это было 8 марта. А по новия календар това съвпада с 8 марта. То есть раньше 23 февраля и 8 марта съвпало. И така, и 22 февраля с 8 марта вече така е, се слял в едно. Да, по старому и по новому календарю. Да, слял се. Но сегодня я думаю, что уже пора мужчинам выходить на такую манифестацию. Со времето е такова, че аз мисля, че мъжете трябва да тръгнат на такава една манифестация. Потому что смотрите, что происходит в мире. Защото виждате ли какво става в света? Каждое 23 февраля что дарят мужчинам? И на всеки 23 февраля какво подаряват на мъжете? Ну я перечислю, это носки. Аз мога да изредя. Чорапи. Пенка для бритья. Пяна за бръснене. Ну, трусы могут подарить. Може и бельо да им подарят. Мужские духи, одеколон. Мъжки парфюм. Ну, примерно все. Это вот весь мужской набор, благородный. Это това е така комплект один мъжки, това е. И почему-то на 8 марта женщины этого мира ждут. Какво пък сега на 8 март жените очакват? Какво очакват от нас? Ну, что наверняка подарят дорогую норковую шубу. Да, да, може би да се подари така скъпа норкова шуба. Сапоги дорогие. А хубави, скъпи ботуши. Ну, еще лучше машина, конечно. Разбира се, че е по-добре хубава кола, скъпа кола. Я думаю, это женщины ждут в качестве компенсации за те прошлые века. Аз мисля, че това е като компенсация, като едно очакване от жените. Но я лично воспринимаю сегодня это как мужскую дискриминацию. Аз обаче лично го приемам като една мъжка дискриминация. Я думаю, что как-то уже Бог так делает, что уравновешивает между мужчинами и женщинами. Ето, виждате ли, Бог се така чува наш, чува ни и така иска да... Да се уравновесят, да станат в норма, еднакви. Я думаю, что сегодня женщинам грех жаловаться, что кто-то их унижает или оскорбляет, или там... Днес не можем да кажем и жените, които присъстват тук, че са унижени, оскорбени. Но я лично думаю, что движение феминисток, оно может мгновенно прекратиться, если феминистки откроют Библию, Евангелие. Аз мисля, че този феминизъм може да се прекрати и то веднага, ако се отвори Библията. Съгласна съм ли? Съгласни ли сте с мене? Потому что, как вы думаете, кто принес равенство полов на эту землю? Хайде сега да помислим, кой дава равновесие между двата пола, равност. Если по Моисееву закону как-то вот, ну, женщина, ну, явно проигрывала мужчинам. Разбира се, че ако погледнем законовите разпоредви, там губят жените. Общо взето те губят по закона. Да, очень много запретов. Много забрани. То по Новому Завету, я думаю, что Иисус Христос очень значительно поднял женщину. Аз мисля, че по Новия закон
в Библията Исус Христос, напротив, той пък вдига така жената към уважение. Вдига я, за да бъде уважавана. И я для этого хочу открыть место. Первое послание Коринфянам. И я за това искам сега да отворя в Библията Първо Коринтяни. 11 глава. 11 глава. С 3 стиха. От 3 стих нататък. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, это уже с 11 стиха в Господе. И 12 стих, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Прочитали перевод? Да, слава Богу. Прочетахте превода, благодаря там и за превода, който е за мен, много благодаря. Здесь вы можете прочитать о том, что у Бога есть очень строгий порядок. И видите ли от това слово, че ние наблюдаваме един много строг порядък от страна на Бога? Бог, Христос, муж, жена. И в какъв порядък? Бог, Христос, мъж, жена. Можно ли это вообще назвать какой-то иерархией духовной? Можем ли да наречем, че това е духовна иерархия? Или какой-то, ну, можно сказать, Божий порядок? Или пък просто Божий порядок? Я думаю, что это просто так изначально Бог устроил этот мир вообще. Аз мисля, че това е така устроено още от началото на света. Это очень логично. И това е много логично. Но, опять же, вот по этой системе мы не можем сказать, что это система неравенства. Като погледнем тази система, не можем да кажем, че това не е равенство. Потому что в прошлое воскресенье я читал место из Библии, где написано, что Иисус Христос не почитал хищением быть равным Богу. Да, и какво знаем от словото, че независимо, че Иисус Христос беше Бог, той не държеше това равенство с Бога, беше много смирен. Иисус Христос был равен Богу. Но въпреки това Иисус Христос беше равен на Бога. Да, да. Просто как, это место говорит о том, что он это не украл. Да, искаме, нали, да уточним, че това не е крадено, което Иисус Христос имаше, той се беше истински Бог. Недавно мы размышляли по поводу свидетелей Иеговы, которые утверждают, что Иисус Христос – это есть первое творение. Да. И като се обърнем към това, как да кажа, свидетелите на Йехова, това е една ерес, които смятат, че Иисус Христос – това е творение, може би първото творение. Но Иисус Христос – это не творение. Но ние всички знаем, че Иисус Христос не е творение. В Евангелие от Иоанна очень четко написано, что единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Да, и можем да кажем, като погледнем в Йоанна, че това беше единородният, едносъщният Син, който излиза от утробата на Бога. И вот это слово «сущий», которое написано. И това, точно това слово «сущий», истински, настоящ. Один из переводов говорит, что это есть Иегова. И всъщност, като направим така правилния превод, ми това е самият Йехова. Потому что Иегова – это вечно сущий. Защото Йехова – това е аз съм, който съм. Иисус Христос – это тот, кто есть вечно сущий. Така че Иисус Христос е този, който е вечно. У Иисус Христа нет на самом деле ни конца и нет начала. В Иисус Христос няма нито начало, нито пък край. Это вечное слово всемогущего Бога. Това е вечното и могъщо слово на Господа, на Бога. И все через слово начало быть, что начало быть. И всичко через словото започна да става. И ничто без слова не начало быть, что начало быть. И нищо не стана без словото. И это слово было у Бога. Това слово беше в Бог. Вечно. Вечно. И это слово было Бог, так написано. И това слово беше Бог. Вы меня понимаете? Разбирате ли ме? Вот это то, что в Библии написано. Това е, което е написано в Библията. А то, что говорят свидетели Иеговы, в Библии не написано, у них своя Библия. А това, което говорят еховистите, това е невярно, това не е истина.
Итак, Иисус Христос равен Богу. И така Иисус Христос, който е равен на Бога. И в нем мы получаем равенство с Богом. И через него ние получаваме равенство с Бога. Потому что мы в нем. Защо? Ами защото ние сме в него самия. Аминь. Аминь. Когда мы признаем его своим главой, своей главой. Да, за това ние го признаваме като нашата глава. Потому что Иисус Христос есть глава церкви. Защо? Защото Иисус Христос е главата на църквата. И здесь нет ничего унизительного, просто он глава. Тук няма нищо унизително, той просто е глава. А мы тело. А ние какво сме? Тялото. И все имеет колоссальное значение. Руки, ноги. И всичкото това, трябва да кажем, колосално значение има. Еще следующее место, первое послание Коринфянам, 14 глава. Следващото място, което ще отворим, това е 1 Коринтини, 14 глава. А, ну, немножко я еще по тому месту пройдусь. Там написано, я почему не стал читать, потому что там очень подробно написано про покрывало, про волосы, покрываться женщин, не покрываться. Я расскажу эту ситуацию коротко. Да, и сега там има доста големи подробности, които искат допълнително да се разясняват, да се покривали жената, да не се покривали. И это была церковь в Коринфе. Това е била църквата в Коринтини. Коринф это был очень древний такой торговый город. Ние знаем, че Коринтини това беше един древен търговски град със значение. И в этом городе находился храм Великой Артемиды, его так называли. И там се намираше онзи много известен храм на Артемида. И в этом храме гръцка богиня. Артемида е гръцка богиня. И в этом храме царили буквально такие невероятные беззакония на самом деле. И в този храм, нека да уточним, че цареше абсолютно беззаконие, абсолютно беззаконие. Очень было распространено жертвоприношение, приносили в жертву детей. И какво ли не се случваше в тези храмови? Жертвоприношение, и то не на какво да е, а на деца. Идолопоклонство, конечно. Идолопоклонство е това. Люди... Най-лошия смисъл на думата – идолопоклонство. Да. Люди принимали идоложертвенное в пищу. Да, хората приемаха, храниха се с идоложертвено. И в том храме большое распространение получили так называемые жрицы. И голямо распространение беше това работата на така наречените жрици. Жрицы любви. И то жриците на любовта. Их отличительная черта была то, что они брились наголо, ну, голову брили наголо. И тяхната най-ярка отличительная черта беше, че те бръснеха главите си. И в зависимости от иерархии, от касты, они делали себе надсечки, ну, надрезы на голове. Да, и в зависимости от иерархията, положението, което те заемаха, те си правяха разни... Надрезы. Да, 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 режат косата си по някакъв начин. Не, не коса, не коса. Те са... Няма никаква коса. Да. Шрамы, шрамы. Белези. Ага, белези, белези. Да. Тату. Хайде да... Извинявам се за неточността, става въпрос, че по главата имаха различни белези. Белези, да. Аминь. И эти жрицы пользовались очень большим уважением, властью в этом храме. И тези жрици какво? Те се ползваха с уважение. И особено от страна на властите. Да, и они знали, как устроить оргии. И те устроиваха, те са знаели как да правят оргиите тези... Жрицы. Оргиите на жриците, така са се наричали. Они умели хорошо сыграть на похоти человеческой, на страстях. И те така действовали, знаели по какъв начин да подействат на човешката поход. И вот в Коринфе началось мощное духовное пробуждение. Да, но в Коринтени в същото време започна едно мощно пробуждане. И знаете, тысячу людей уверовало. И там са повярвали хиляди хора. И начали приходить церковь. Церковь наполнилась. Църквата, почнаха да идват много хора в църквата и тази църква се пълнише. Это была одной из самых больших церквей в первоапостольские времена. Това беше най-голямата църква в тогавашното време, апостолското време. И можете представить, эти жрицы тоже приходили в церковь и каялись. Да. Бритоголовые. И, да. Колкото и да ви е чудно, трябва да ви кажа, че точно тези жрици, които ние обсъждахме, те също идваха
в церквата и се покайваха. И их принимали, потому что и они каялись. Че церквата ги приемаше. Но были очень четкие постановления, как поступать в отношении молитвы. Но имаше много строги постановления за това как да се провежда самата молитва. Потому что считалось позорным, если женщина молится с непокрытой головой, потому что она была лысая. Да. И особенно беше неприлично да се молиш без покриване на главата, особено когато тази глава беше избръсната, както беше при жриците. Да, и люди, конечно, узнавали, что это бывшая жрица, она еще вчера была в храме Артемиды. И хората какво? Те виждаха неудобна ситуация. Те виждаха, че това са жриците от този храм и беше неудобно. И им давали специальное покрывало, с помощью которого они покрывались во время молитвы. Да. Им даваха специални покривала, за да скрият точно това. Покриваха главата си, те така се молиха. Некоторые мужчины в Коринфе отращивали длинные волосы, наоборот. Някой пък в коринтините, мъжете специално, пускаха косите им да израснат доста така, да станат дълги коси. И со спины можно было подумать, что это девушка. И като ги погледнеш отзад в гърба, можеш да помислиш, че това е момиче. И, конечно, таким людям объясняли о том, что ну, вообще это перед Богом это есть мерзость. И там се обяснявали, че това вида, по който те изглеждат, това е недобре, изглежда като смърт пред Господа. Открывали места из Библии, эти места есть в Ветхом Завете. Открывали места в Библията и им объясняваха всичко това, за да разберат. И эти люди постепенно трансформировались, становились христианами. И постепенно тези хора почваха да се променят, т.е. настъпваше трансформация. Жрицы отращивали волосы. И какво стана? Жриците започнаха да пускат косите си, да растат свободно. И становились сестрами во Христе Иисусе. И тези именно жрици почнаха да стават сестри в Господа. Мужчины, наоборот, остригали волосы. А обратно, мъжете започнали да постригват косите си. И становились похожими на мужчин. И започнаха да приличат на мъже. Но вот женщины себя первое время вели не очень хорошо в церкви, в Коринфянской. Это был общеизвестный факт. Разбира се, че е общоизвестен факт, че такива жени, когато идват оттам и влизат в църквата, имало е поведение, което не е било много добро. Они прямо во время служения могли встать, разговаривать, шуметь, перекривать проповедника. И по времето на службата, когато е вървяло словото, те стават, шумят, започват да говорят, развалят реда. И поэтому апостол Павел дал повеление именно это, только этой церкви. Церкви в Коринфянам, женщины в церкви да молчат. Да, точно апостол Павел говори за точно такава църква, където жените безпардонно шумят или пък се държат по недобър начин. Ни в какой другой церкви апостол Павел больше не пишет такого послания, чтобы, ну, чтобы женщины молчали в церкви. Нито една друга църква или в своето послание апостол Павел не пише такого нечто, каквото е тук в Коринфската църква. Давайте мы прочтем следующее место, это тоже первое послание к Коринфянам, 14 глава, с 33 стиха. Хайде сега да погледнем това, което проповядваме. Какво пише в 1 Коринтини, 14 глава, 33 стих? Да, с 33 стиха я прочитаю. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене или женщине говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло? Аминь. Аминь на Словото. И здесь апостол Павел приводит такую мысль, очень ценную мысль, важную мысль. И тук в това послание имам и много ценна мисъл на апостол Павел. Женщины, которые мешали проводить богослужение и очень много говорили. Жените, които били в църквата и обичали да шумят и така да говорят помежду си. Он запрещал им говорить в церкви. Той им забранил да говорят в църквата. И если у них возникали какие-то вопросы по Священному Писанию, о Боге, об Иисусе, кто такой Иисус Христос? Но ако техният интерес е бил за богослужението, за църквата,
както и за словото, което искали да знаят какво означава. Смотрите, что делал апостол Павел. Какво е написал апостол Павел? Он отправлял их к своим мужьям домой. Той ги пращаше в къщи при своите съпрузи. 35 стих еще раз. 35 стих още веднъж да видим. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. И ако жените искат да се научат на нещо смисъл правилно по словото, нека да питат своите мъже в къщи. То есть апостол Павел очень прекрасно знал Божие слово, и он выстраивал правильную духовную иерархию в домах. И като знаем, че апостол Павел знаеше Божия ред, той искаше в църквата да построи правилната иерархия. И затова отпращаше жените в къщи там да доизясняват непознатото. Апостол Павел прекрасно знал, что если жена в своем доме не признает власть своего мужа, она не признает власть нигде. И тук той уточнява, че ако една жена в къщи не признава авторитета на своя мъж, трябва да уточним, че тази жена няма да признава абсолютно никакъв друг авторитет. Я тут для себя такую мысль записал. Я сега ще ви прочета една мисъл, която съм се записал. У жены, не признающей власть своего мужа, всегда будет течь крыша. И когато не признаваш авторитета на своя мъж, тогава ти ще бъдеш като дом без покрив. Без покрив. Браво, Нанели. То есть такая женщина остается без головы. То есть она говорит... Ами, без покрив какво е? Значи без глава. У меня головы нету. Ну, в плане, мой муж, он мне никто вообще. Я его не уважаю. Ами, като кажеш за мъжа си, ами, аз не го признавам. Той какъв ме на мене? Такая женщина не будет признавать никакую власть, установленную Богом. Такава никакую. Жена няма да признава абсолютно никаква власт. Только не подумайте, что я кого-то имею в виду. У нас в церкви все нормально с этим. Все, слава Богу. Но не смятайте, что я говорю только за церквата. В нашата церква всичко е нормално. Хубаво е. Я приведу хороший пример. А просто давах хубав пример. Хороший пример написан в книге Деяния. 18 глава. Пример, хубав пример да видим в книгата на Деяния. 18 глава. 18 глава. С 24 стиха. От 24 стих. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. То есть он только принял крещение Иоанна. Он, ну, можно так сказать, на современном языке он просто был баптистом. Не хотел двигаться дальше в пятидесятническое движение. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, а тут он встретил пятидесятников, Акила и Прескила. Приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Аминь. Аминь. И вот здесь вот это место Писания, я смотрел исторические факты, смотрел энциклопедию библейскую. И така, като исследвах Писанията, както и енциклопедията се наложи да разгръщам. Я прочитал историю про Акила и Прескила. Кто такие Акила и Прескила? Аз така научих много за историята на Акила и Прескила. Знаете ли, кои са те? Акила и Прескила – это были очень близкие друзья апостола Павла, сотрудники его. Это муж и жена. Да, как то знаем, Акила и Прескила – това са едно семейство и били много близки приятели, и като братя и сестра на нашия апостол Павел. Апостол Павел их довольно часто вспоминает в других посланиях. Той много часто ги вспоминава и в другите си послания. И в конце мы прочитаем еще одно уникальное послание про Акилу и Прескилу. Ще имаме возможность да прочитаем още нещо уникално за Акила и Прескила. Ну, смотрите, что в этом месте написано. Хайде да видим сега какво тука пише. Что Акила и Прескила наставляли будущего апостола Аполлоса. Че те наставляваха бъдещия апостол Аполлос. И Акила мужчина, и Прескила женщина.
единия беше мъж, а другия жена, и въпреки това го наставляваха. Написано, точнее объяснили ему путь Господен. Още по-точно да кажем, че той им каза, направи ги буквално точно на пътя Господен. То есть Прискила учила будущего апостола Аполлоса. И какво се получава Аскила? Прискила. Прискила. Прискила, жената, която беше жена, учеше бъдещия апостол. И смотрите, может кому-то показаться как противоречием каким-то о том, что женщина учит. Това на някой от вас може да му се стори като противоречие. Что женщина научила апостола. Че именно жена почнала да учи апостола. Но здесь нет никакого противоречия. Но тук няма никакво противоречие. Почему? Защо? Потому что Прискила признавала власть своего мужа. Защо? Защото Прискила беше жена, която признаваше властта на своя съпруг. Знаете, сегодня, может быть, скажу не очень приятную мысль. А может быть, ще кажа сега една не много приятна мисъл. Несмотря на 8 марта. Независимо, че днес е 8 март. Именно для сестер, может быть, прозвучит не очень приятно. Может быть, за сестрите ще прозвучит така малко неприятно. Но мне вспомнилась одна такая история, которая со мной происходила раньше, несколько лет тому назад. Но искам да споделя една история, която се случи с мен няколко години преди това. Раньше я очень много по Болгарии ездил. Аз по-рано много-много пътувах по България. Меня приглашали в София, Благоевград, Руси, Силистра, ну, в очень дальние точки, уголки Болгарии. И когда ли не ме каниха? И в Руси, и в Благоевград, и в София. Наложи се така да пътувам, да опознавам България. И за день нужно было проезжать очень много километров расстояния. И така минавах много-много километри, пътувах. И я для себя открыл один такой секрет. И трябва да ви кажа, че така ми се отвори като секрет, като една тайна. Я открыл для себя Лукойл. Бензиностанция. Да, и аз открих такава една тайна. Става въпрос за бензиностанциите, които са Лукойл, да? Когда мне хотелось спать, я за рулем начинал засыпать, я останавливался именно на Лукойл. И когато пътувах и ми се предряваше буквално за волана, аз спирах на тези станции. Благо, и се благо, что они довольно часто встречаются на дороге. Лукойл встречается по магистрали. Да, ние знаем, че по магистралите има много такива бензиностанции на Лукойл. И я покупал там на специальные жетоны кофе. И там чрез специалните жетони си купувах просто кафе, за да се ободря. Но это было особенное кофе. Но това ми се стори, че беше особено кафе. Кофе было отвратительное. Кафето беше наистина лошо кафе. Сейчас уже научились делать. Это было несколько лет тому назад. Това беше преди няколко години, но сега вече смятам, че те се научиха да правят кафе. А раньше я брал это кофе с собой в стаканчик за вкъщи. Да, и аз вземах това кафе със себе си. Брал, ставил рядом с собой. Поставих го така на поставката там рядом с мене. И ехал дальше. И продължавах да пътувам нататък. И чувствую, что я засыпаю за рулем. И какво? Вместо да се ободря, чувствам, че започвам да дреме зад волана. Я делаю маленький глоток. И пивам така една малка глътка. И это похоже, знаете, вот все мое тело вот так, оно просто содрогалось от этого одного глотка, и оно меня просто так бодрило, что у меня глаза были на выкате. Около часа я мог ехать спокойно. И какво се получаваш? Една глътка, но с такова отвращение го преглъщах, че целия така потрепервах буквално от отвращение, но един час така очите ми се държаха широко отворени по пътя. Един час. Вот мы, проповедники, призваны периодически обличать, и обличение это чаще всего неприятное, как кофе. Как плохое кофе. Да. Често пасторите сме така упреквани в нещо, да, упрекват ни в нещо, така че това не действа точно като това кафе. Тези упреци не действат като това лошото кафе. И вот сегодня я скажу одну такую мысль. Днес аз ще кажа една такава мисъл. Это мысль наблюдения. Това е мисъл и същото време е наблюдение. Жизненный опыт. Это целые наблюдения целых народов.
И това е така житейско наблюдение, това е именно от такого народного наблюдения. В армии я служил, ну, мне приходилось служить со многими нациями, народами. Да, аз на мен като войник трябваше да отбивам своята служба и, на няколко места, да? И я попал в одну роту с абхазцами. Абхазцы, Абхазия. Да, и аз като войник в армията попаднах на едно място, което се намира в Абхазия. Это были солдаты, которые приехали служить в Сибирь из Абхазии. И това бяха войници, които идваха от Сибир и попадаха на това място, Абхазия. Не, из Абхазии в Сибирь. Извинявам се за превода. От Абхазия и отиваха в Сибир. И абхазцев было немало у нас в роте. И тези хора, които се наричат с Абхазия, с името на Абхазия, бяха немалко, бяха большинство. Это были очень такие горячие ребята. И бяха такива едни горещи момчета. С одним из них я подружился и звали его Махач. И един, с един от тях аз така другарувах, сприятелих ми се. И как вы думаете, с какого он города был? И можете ли си представите този мъж откъде беше? С Махачкалы. Самахачкала. Той бил от Самахачкала. Он был намного меня старше. Той беше доста по-голям от мен. И дома его ждала семья. И вкъщи го чакаш, имаш и семейство. И знаете, я не знаю, возможно, это законы гор, потому что где бы я в горах не был, действуют всегда примерно одни и те же законы. Не знам дали не е някакъв специален планински закон, но навсякъде се виждаше това. Горцев можно в какой-то степени даже назвать, ну, что там очень укоренен патриархат. Патриархальная система. Хората, които живеят в планината, да ги наречем планинци, там може да се нарече патриархат, да. Може да се нарече, че властваше патриархата. Ну, то есть у них отец это глава. Какво означава това? Да знаем, че означава начало стои главата на бащата, на мъжа. И вот этот махач поделился со мной своим жизненным опытом. И така този мъж, този приятел споделише своя жизнен опит с мене. И он сказал так: ты знаешь, у нас у абхазцев есть одна такая поговорка. И той разказа за някаква поговорка там в тяхната област. И звучит она примерно так. И тя звучи примерно така. Если ты захочешь жить в аду, ако ти искаш да започнеш да живееш в ада, отдай власть в своем доме женщине. Дай властта си и отговорностите си на жената. И это все, это вся поговорка. И това е поговорката. И вы знаете, я тогда был молодой, мне 19 лет, сержант. Аз бях млад, 19 годишен, сержант. Но мне это как-то запало. Но това някак си влезе вътре в главата ми. Но когда я начал изучать Писание, я увидел о том, что это прописано и по Ветхому, и по Новому Завету. И когато започнах да изучавам Библията, видях, че това го пише и в Стария, и в Новия Завет. Всякой жене глава муж. Че всяка жена... Всякой жене глава муж. Всякому мужу глава всяка Христос. Всяка жена главата е мъжити. Всякому мужу глава Христос. А всеки мъж има за глава Христос. А Христу глава Бог. А Христос, а на Христос главата е Бог. И вы знаете, эта система, она вот, ну, работает как, вот, то есть у меня есть голова, она сверху, правильно? Ну, она не внизу где-то болтается, она вот сверху поставлена, ну, Бог так меня создал. Ами сега хайде, макар и шеговито да кажем, главата ми е горе, тя не се, а там клати надолу някъде по тялото ми. И в этой голове есть мозг, правильно? И в тази глава какво има? Ами мозък? Вот я всегда проповедую на эту тему, говорю о том, что ну вот я всегда сравниваю, что мужчина – это голова. Это голова, это бесспорно. И винаги така съм говорил и съм го разбирал за себе си, че главата – това е мъжа. А женщина – это сердце. А жената – това е? Какво е? Сърцето? Посмотрите на мужские коллективы. Они все такие, ну, серые какие-то, логичные, ну, все рационально, все, ну, безэмоционально, ну, как-то скучно это все. Михайди, да вземем един такъв мъжки коллектив. Ами там какво можеш да намериш?
Няма емоционалност, такива едни сивкави, едни белизникави, няма разбиране, така неинтересно, скучен колектив. Да, армията е хорошен пример. Армията можем да дадем като пример. Или възьмите женския колектив в чистом виде, одни женщины работают. И хайде сега да вземем един женски колектив, само жени работят там. И как там? И как е там в женския колектив? Очень много эмоций. Много эмоций. Очень много интриг. Разбирается, чьи интриги. Знаете, когда изучаю китайский язык, есть один такой иероглиф, который обозначает женщину. И один такой, когда изучаем китайский язык, ще срещнем един иероглиф, такъв един, който означава, че това е жена. И потом вы интересно удивитесь, что вот два иероглифа, которые означают две женщины, означают шум. И когато две такива подобни иероглифи застанат една до друга, и понятието е там шум. И как вы думаете, что обозначает три иероглифа женщины? И какво означава, ако тези иероглифи са три? Революция. Означава революция. И это очень точно. Това е много точно. Изучайте китайский язык. Учите китайский язык. Пойдемте дальше. Хайде по-нататък да видим какво имаме. Закончу эту мысль о том, что вот Бог так устроил, и с этим не поспоришь. Да завършим мисълта с това, че това, което разисквах, ми така е решил Бог. Вот Бог, вот Христос, вот муж, жена, и вот и там дальше идут дети. Да, и хайде сега да припомним тази иерархия. Бог, Иисус, мъж, жена, и под жената вече вървят така настрани. Итак, Бог устроил это Божие устройство. Това е Божието устройство. И попробуйте вот эту всю схему просто перевернуть вот так. И просто ако направим тази схема така с главата надолу и с краката нагоре. Хотя можно ее не переворачивать, потому что влияние идет с сада. Через детей. Вот я это уже много раз мы отмечали с супругой о том, что когда идет какая-то атака, она, как правило, шла через самое слабое звено, через детей. Разбира се, че когато в семейството има една такава атака, най-уязвимото място, това са децата. Я хочу сказать постулат о том, что если родители позволят детям манипулировать, дети будут манипулировать. И ако родителите, това е много отговорно, между прочим, ако родителите позволят на децата да бъдат манипулативни, то тези деца и по-нататък ще станат манипулатори. Если родители позволят детям контролировать все в семье, дети будут контролировать. И ако родителите позволят на децата да контролират в семейството, то тези деца не само в момента, но и за в бъдеще ще бъдат контролиращи. Но на самом деле, кто контролирует и кто манипулирует? И дайте да видим всъщност, кой всъщност контролира и кой манипулира. Да видим, да уточним. Пытаются нас взять под контроль или манипулировать нами, это бесы, демоны. Кои помагат за това всичкото, което говорим? Ами това са бесовете, демоните. И потом, если эта манипуляция, контроль продолжается дальше, что в том плане через женщину опять приходит какой-то, какая-то манипуляция определенная. И ако по-нататък нещата продължават така, например, като жената да използва тези похвати, какво? И мужчина позволяет это делать? И мъжа разрешава това да се случва? То придет бесовский контроль и власть дявола. Ами какво? Ще дойде бесовския, демоничния контрол в това семейство. И в этом доме Богом даже пахнуть не будет. И както става обикновено, в този дом няма да се чувства Божия аромат. Няма да се чувства Божия аромат. Поэтому в горах делают очень правильно. Затова високо в планините мисля, че правят добре това. Есть отец, он глава, он за все отвечает. Если есть отец, он глава. Да. И ако там бащата е глава, он за все отвечает. Он, той отговаря за всичко. Он берет решение за самый ответственный вопрос. Този баща взема и най-отговорните, най-тежките
отговорности, посвящение. Женщина, понятно, она занимается хозяйством, она управленец, она. Совсем понятно, да си объясним, каква е ролята на жената ми. Тя се занимава с домакинството, с семейството. Управляющая домом своим. Тя управлява своя дом. Убили, например, хозяина, ну там, не дай бог, ну вот, допустим, погиб на войне, да, глава семейства. И не дай бог, ако там се случи нещо с главата, убили го буквално. Има смърт на бащата в семейството. Функцию главы на себя берет кто? И кой взема функцията на отговорник, на отговарящ? Старший сын. Кой взема? Най-възрастният син, най-първородният син. Если его нет, ну, второй сын, или если никого нет, только один сын, то это единственный сын возьмет ответственность. Ако единственный сын, то той взема главата в семейството. И мама признает власть сына. И майката от своя страна признава властта, главната роля на сына. Старшие сестры, которым, может быть, старше на 10-15 лет, они признают власть младшего брата. Даже и по-големите сестры, может и 15 години да е разликата, въпреки това, те признават авторитета на своя брат. И в этой семье порядок. И в това семейство трябва да ви кажа, че цари порядок, ред. Я говорю о том, что в каждом законе есть всегда исключение. Разбира се, че във всяко нещо има изключение, както и тук понякога. Если в роду не осталось, если в семье не осталось ни мужчин, то главенство берет женщина, конечно. И когато в рода се изчерпат или няма мъже, тогава жените започват да вземат тези функции на отговорност. И что делать тем женщинам, которые живут сами, одни? И какво да кажем за жените, по които живеят сами? Вот для этого нужна церковь. Для этого нужна церковь. Это за какво е нужна църквата? Потому что в церкви женщина приходит и признает власть пастыря, который поставлен Богом. Да. И такава една жена, като дойде в църквата, тя пак влиза под авторитета на пастыря. Защо? Защото тя признава авторитета на пастър. Я хочу сказать вам, это Божье устройство. И хайде сега да кажем, че това е правилното, това е Божието устройство. Я за смешанный коллектив, чтобы и мужчины, и женщины работали вместе. Ако питате моето лично мнение, аз съм за този смесен коллектив. Нека и мъжете, и жените да бъдат на поста си. Я видел разные коллективы. Видял съм много колективи, различни колективи. Где директорами были мужчины, где директором был мужчина. Където директори са били мъже. Видел большие коллективы компании, где директором была женщина. Виждала съм на огромни заводи, фабрики, въобще директора да бъде жена. Но команда управленца все равно была мужская. Но устройството, управителния съвет, така да се каже, въпреки всичко има много мъже там. Също има управление на мъже. Ну, хотел бы я сегодня все равно закончить, конечно же, хорошим. И днес, как-то обикновенно, искаме да завершим с нечто, което е хубаво, което е добро. Давайте мы откроем последнее место послания к римлянам. Хайде да отгърнем сега на римляни. 16 глава. С первого стиха. От първи стих нататък. И смотрите, здесь апостол Павел, он представляет разных членов церквей из разных городов, представляет церкви в Риме. Ето тук виждаме как апостол Павел представлява най-различни така участници от колектив, той ги представя. Небольшая предыстория. Малка предыстория има тук, нека да я чуем. Практически в каждом послании вы можете увидеть, что апостол Павел кого-то рекомендует, а кого-то не рекомендует. Виждаме от останалите послания на апостол Павел, че някои хора той ги така препоръчваше. Обаче някой не ги препоръчваше. Кого-то хвалят, кого-то ругает. Някой хваля, друг пък го упреква. Предупреждает о том, что кого-то он предал анафеме. Отлучил. Даже говори, че някой от тези той ги е предал на анатема, анатимосал ги. И это все передавалось письмами по всем церквям, которые он оставил. И това через письмен вид всичко това е стигало до знанието на останалите църкви. И давайте я прочитаю. Хайде да прочитем. Представляю вам Фиву. Эта сестра стоит на первом месте по списку. Ето, виждате, че тук става въпрос за една сестра, която е Фива, и започва с нея. Сестру нашу, диаконису церкви Кенхерейской.
Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, про Акиллу и Прискиллу мы уже говорили, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь, у них была своя домашняя церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась. Давайте мы вот это запомним, о том, что апостол Павел отмечает, о том, что вот эта сестра много трудилась, у нее есть труд. Хайде сега да наблегнем на това, че той я препоръча много. Апостол Павел препоръчва тази сестра, като сестра, която много е работила. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих, и узников со мною, прославившихся между апостолами, прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Истахия, возлюбленного мне, приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Аристолова, приветствуйте Иродиона, сродника моего, приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе, приветствуйте. Приветствуйте Трифену и Трифосу, это две сестры, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, еще одна сестра, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Аминь. Аминь, да кажем на словоту. И смотрите, что апостол Павел рекомендует делать церкви. И сега видяхме, какво препоръчва така усърдно апостол Павел в църквата. Кого-то он рекомендует из братьев и сестер, говорит о них какие-то хорошие слова. Говори едновременно и за брати, и за сестри, и той говори все хубави неща за тях. И он говорит о том, что смотрите на их труд, который соделан в Господе. И насочва внимание туда, на това, да видим, колко те се трудят усердно, непрестанно в Господа. То есть он ставит акцент на посвящении христиан. Да, той набляга на това, колко те са посветени. Смотрите на тот плод, который они уже принесли для Церкви Христовой. Насочва вниманието и към плода, които те са принесли. Този плод е много добър, ценен. В другом послании он пишет, не принимайте тех людей, которые несут разделение. Не принимайте. И какво казва в други послания? Той препоръчва тези хора, които правят разцепление, разделение в църквата, не ги приемайте. И принимайте тех, которые приносят добрый плод. А приемайте само тези, които носят добър плод. Плод любви, плод праведности, плод святости во Христе Иисусе. Да, плода на радост, на святост, на посвящение. Сегодня я закончу такой мыслью, которая как бы говорит о том, что вообще равны ли полы вообще, ну, во Христе Иисусе, женский пол, мужской пол. Я искам днес да завърша моята проповед с това. Равны ли са мъжките, женските полови? Хайде да го уточним това. И в послании Галатам в 3 главе 28 стихе вы можете просто прочитать. Галатяни 3:28 можете просто сега да си прочитете. О том, что во Христе Иисусе чи в Иисус Христос нет уже иудея. Няма вече юдеи. Нет уже елина. Няма и елини, гърци. Нет мужского пола и женского. Няма мъжки и женски пол. Аминь? Можете сказать аминь? Аминь? Можем ли да кажем това? Вы знаете, я вот сейчас нахожусь на таком рубеже, ну, вот своего возраста, о том, что мне скоро 54 года. И както виждате, аз се намирам на ниво на едни такива години в моята възраст, 54. Я не съвсем съгласен с Маргангаром, проповедником известным и психологом. Аз не се съгласявам с някои пастири, както и с някои психолози. Маргангар. Знаменитый автор, да. Маргангар. Марганда, това е такъв знаменит автор. Ну, я думаю, что он пошутил, когда сказал, что все мужчины думают только об одном, о сексе. Разбира се, че не съм съвсем съгласен с този автор, който казва, нали, че в ума на мъжа какво има само един секс. После 50 я лично начал ощущать, что уровень гормонов начал реально падать. И аз, може би, като лекар, казвам, че след 50 години тези хормони, които отговарят за тази област, постепенно намаляват. И мне уже не надо так бороться со своими вожделениями, там, с похотями. И няма нужда да се боря при това положение. То ми е нещо като помощ.
да се моля, да се боря с тези там псевдо такива въжделения и изобщо да се правя на мъж. Сегодня могу смотреть на красивую женщину и смотреть на нее без вожделения. Днес мога спокойно да виждам красива жена и съвсем спокойно без задни мисли. И вы знаете, для меня я почитаю это большим благом. Это большое благословение. И аз това го приемам за мен, че това е голяма благодат. Почему? Защо? Потому что мы часто за внешними какими-то проявлениями не замечаем то, что невидимо. Защо? Защото много често се случва така, че за това, което виждаме, го харесваме, а всъщност ние пропускаме онова, което не се вижда. Бог меня учит замечать, или можно так сказать, что в моей жизни начала происходить такая хорошая грань, я начинаю замечать хорошие внутренние качества в большей степени, чем внешние. И сега аз се намирам в една такава ситуация, в един такъв момент, че като видя започвам да оценявам вътрешността, ценните качества на този човек. А Слово Божие говорит, не смотрите на видимое, которое тленно, временно. А какво казва Словото? Не гледайте на това, което е видимо, т.е. тленното. А смотрите на невидимое, которое не тленно, вечно. А гледайте на онова, което не се вижда, то е вечно. И мне нравится в людях открывать Иисуса Христа. На мен ми харесва да откривам на хората, да говоря на хората за Исус Христос. Мне нравится вручать человека в Божьи руки. Аз обичам, аз не само харесвам, но обичам и правя да вземам хората и да ги поставям в ръцете на Исус Христос. Я все еще учусь доверять Иисусу Христу. Все еще учусь. Аз, макар и всичко, все още се уча да се доверявам на Исус Христос. И вы знаете, я нахожу очень радостную весть для себя. И во всичкото това намирам радостна вест за мен. Например, я хочу что-то предпринимать, принял какое-то решение. И когато приемам някакво важно решение, я знаю, как поступить по-человечески, по-своему. И аз знам как да поступя така, по-човешки, по-своему. Но также я знаю, что у Иисуса Христа есть лучший план. И разбира се, че осъзнавам и то много дълбоко, че плана на Исус Христос е далеч по-добър. И Он то же самое сделает намного лучше, чем я. Че Той ще направи това, което аз искам в много по-добър план. И вот здесь вот я, вот моя позиция человеческая, вот сдержаться и не поступить по-человечески. И ето сега как съм се научил да не постъпвам по-човешки, а предать эту, както аз искам, а просто вручить эту ситуацию в руку Господа Иисуса. Ами научих се тази ситуация да я връчвам, да я давам, да я оставим в ръцете на Исус Христос. И вы знаете, это очень классно. И това е перфектно. Классно замечать, что Иисус Христос что-то сделал лучше меня. И перфектно е да виждаш това, как Той го е направил, ама много по-добре от мене. Что-то изменил в человеке, что-то вложил в него. Изменил е, човека е променен от всичката тая ситуация. И я вижу эту перемену. И аз виждам тази промяна в човека. Я знаю, что я бы такое никогда бы не смог бы сделать. И направо си казвам, аз го осъзнавам, че аз така не мога да го направя, както той го прави. Но я молился за этого человека. Но какво съм правил? Молил съм се за този човек. И просто доверял Иисусу Христу. И просто се доверявах на Исус Христос. И Иисус Христос совершил. Иисус защо? Верен. Защото Той е съвършен. Иисус всегда верен. И Иисус какво още? Винаги е верен. С вожделением я смотрю только на одну женщину сегодня. Слава Богу, что у меня еще есть какие-то... Разбира се, че с добри очи гледам на една единствена жена. Это моя прекрасная супруга. Това е моята прекрасна съпруга Наташа. Ние само допълваме това. И вы знаете, съгласен. Вот Слово Божие говорит, что не муж создан для жены, а жена создана для мужа. И какво пише Словото? Не мъж е създаден за жената, а жената за мъжа. Мы помним эту историю, да? Помним тази история. Бог сляпал, да, из глины Адама. Из грязи буквально. Така, Господ направи от глината, направи единия и другия. И потом увидел, что что-то Адам заскучал. И после видя, че като направи Адама, ми той скучае. И вы знаете, для Бога это все возможно. За Господ всичко е възможно. Бог мог бы захотеть, чтобы мы размножались путем почкования. Ну вот, рука отвалилась у меня, да? И это ножки стали, это ручки, голова, и
Младенец вырос и стал, как я, то есть почкование. У меня новая рука выросла. Ну вот так Бог мог сделать. Можеш да стане така, че Бог да направи възпроизвеждането на човека да стане по един друг начин. Това слово не ми е много почкование. Почкование, ну это метод селекции. Это как деревья так размножаются. От дерева отрезал клон, веточку. Това, което става в природа, така, чрез деление на клетката. Чрез деление на клетката. Вы бы хотели так размножаться, вот, путем почкования? Искате ли така, по този начин, както и в природата, да се размножавам и така? Знаете, мне как-то это так... Я благодарю Бога за то, что Бог создал женщину. Аз благодаря за това, че Бог създаде жената именно за това размножаване. И сказал, нехорошо быть человеку одному. И какво каза? Не може човек да бъде сам. И сегодня мы имеем таких прекрасных половинок. И ние днес така имаме едни прекрасни половинки, т.е. жените. И интересный способ размножения. С много интересен начин за размножаване. Почкование отдыхает. Нека онзи другия принцип и метод с разделение на клетката, нека да се почива. И вот на этой прекрасной ноте я сегодня хочу закончить. Ето с това аз искам да завърша моята проповед. Давайте мы коротко помолимся. Хайде сега да се помолим кратичко. Сказали, на самом интересном месте закончил. Да, ето. Вече ви започнахте така да ви харесва на най-интересното място, трябва да свърша. Да, пусть это будет домашним заданием. Нека да бъде това като домашна работа. Алилуя, слава тебе, Господи. Слава на тебе, Господи. Чтобы кто-то не разжигался, да, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Не се разпускайте, нека всеки да се знае къде мое мястото. Это постановление апостола Павла. Господь, благослови нас. Господи, благослови ни. Пусть наша церковь будет устройство, Божий порядок. Нека нашата църква да бъде църква с Божия порядък. Божия мудрость. С Божията мъдрост. Дай нам везде признавать Твое главенство, Иисус. Господи, навсякъде искаме да признаваме Ти, че си главата на нас. Мы всего лишь части Твоего великого тела. Ние сме само една частица от Твоето велико тяло. И мы так нужны друг другу. И ние сме толкова се нуждаем един от друг. И глаз не может сказать руке, что ты мне не нужна. И окото не может да каже на ръката, ти не си ми нужна. И ухо не может сказать ноге, что ты мне не нужна. И ухото не может да каже на друга част, ти не си ми нужна. Каждая клеточка в теле Господнем, она так необходима. Всяка една клетчица в тялото Христово е абсолютно необходима. Благослови нас, Господи. Благослови ни, Господи. И дай нам безграничную любовь друг к другу. И дай ни тази безгранична любов, от която се нуждаем всички. Если согласны, скажите. Ако сте съгласни, скажите амин. Кажете амин. Амин или не амин? Амин. Нели, спасибо.